И здорово, чуваки, с вами снова я, Карл Джексон, и мы продолжаем играть в хаки на Battle City. Вчера я прошел Haunting Sign Poltergeist, но времени на хак на Battle City не хватило, потому что уже надо было спать тогда. Сегодня у нас время побольше будет. Так, значит, хак называется Battle City Invulnerable Eagle by Guiver. Но, скорее всего, это опять незначительное изменение, там что-то с орлом связанное. Надеюсь, это хак на оружие. Пожалуйста, скажите, что это хак на оружие. Если это связано что-то со штабом, то... Пожалуйста. Нет! А что с орлом? А, то есть я не могу убить орла. Хорошо. А они могут? Просто сохранюсь? Чё от них-то? Буду убегать от них? Мне не надо нападать. Чуваки, нет. Не трогайте меня, даже лучше от вас. Но... Они не могут убить орла. Это очень хорошо. То есть орел бессмертен. Ну, чуваки, на самом деле, нахрена я скачал этот хак? Не, ну вот он скучный, на самом деле. Я сейчас короче... Ну, что толку-то? Ну да, это бессмертный орел. И что толку-то? Я-то не бессмертен. Это можно легко убить, да? Чудо на них тупо нападает. Не понимаю, что это. А где труба? В смысле? Дети меня, кто он был? Они не хотят, они просто тупо нацелены на орла. Я не бессмертен, а орел бессмертен. Интересно ли это? Нет. Так что, ладно, давайте чем-нибудь другой хак. Ну, это так. Если просто побегать, охота пострелять. Battle City, minus 4 bullets. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Это оно? Пожалуйста. Minus 4 bullets. Пожалуйста. Простите, что? Я буду ждать, когда они подойдут к этой, к этому патрону, окей. Я просто вплотную можно подходить к ним и все. И все, как бы. Ну это тоже. Блять. Ладно. Я не стрелял, ну ладно. О! Я в рандомные места попадаю, чуваки. Просто крупно сам. Лопат. Да, вам бы и было лопаты, не представляешь. Нет. Вы меня не забайте. Смотрите этот патрон, но на пас это. Нарваться на него я не нарвусь. Хер там. И так. Блять! Ну ладно, блять! Ну зашибись просто, чуваки, зачем я это сделал? Они же никогда не наткнутся на мой патрон.
А, нет, наткнулась, спасибо, брат. Что, наткнулся? Угу. Ну я могу так сделать. Блять. Я по-другому-то не могу поступить, чуть вы понимаете? Они все. Они ничего не сделают, я ничего не сделаю. А, значит, это до 30. Если они не дойдут до моего патрона, значит все. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 20. Давай, давай, ну, ну ты близко уже был. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну тоже хак, херня на самом-то деле, чуваки, ну просто, ну нахера их искать, чё спрашиваться, ладно. Riot of Colors by Glorio, я не знаю, в чём прикол всех этих-то, блядь. В чём прикол всех этих хаков, ну подумаешь, да, колор заменили. О, не, чуваки. Если у кого-то... Я поздно предупредил, но если у кого-то эпилепсия, лучше вам не смотреть сюда. Да ну его нахрен, чуваки. Это бред какой-то. Вот это что такое, Battle City, Stealing Tank? Вот тут от Гуйвера этого, херня на самом деле. Он сам едет, он сам едет, это как Пакман, вы поняли? Я ничего не трогаю, чуваки, он сам едет. Если думаете, что я приду его, вот сейчас я вам покажу даже. Я уже докажу, что игра сама себя так ведет. Вам реально нужны доказательства? Да пожалуйста. Сами посмотрите, вот, смотрите, вот, видите, вот, вот, она сама едет, я никуда не нажимаю, видите, я просто нажимаю на стрелочки, он сам едет, видите, видите, вот, никуда не нажимаю, надеюсь, теперь вы меня поняли, вот, ну, на самом деле, то, ну, чуваки, ну, согласитесь, ну, это тоже херня, ну, блин, ну, подумаешь, ну, ездит он сам по себе, и чё? Battle City by Mayugi. 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 Танчики. Пизданчики. О, всё, чуваки. С этого момента, пожалуй, уйдем.